Посмотри на картины этих древних. Нет, у Рубенса, и они, вот они пухлые, ну такие. Нет, так есть еще челюсть. Не только ты одного этого Рубенса, как его еще, который больше всех, не Модильяни или как его, ну который вообще такими писал. Рубенс. Ну пусть будет Рубенс. И он с такими этими рисовал. Что Рубенс, раньше была эта мода. Вот когда я, опять же, моя любимая картина, мне просто это самая любимая, «Гибель этих Помпеев». Ну, мне нравится. Я читал книгу, и они в этих Помпеях сами нарвались, если честно. Они там рабов, и у них эти были слепые это, и висталки, черти что бы. Ты немного не с той стороны, мне кажется, начал. Я не... Есть люди, которым нравятся женщины в теле. Скажем так. Было время, да. А сейчас стало то гнобят, то не гнобят. И вот с детства... Но больше гнобят. Да, их надо как-то... Говорят, люди гнобят. Это родители, из бабушки больше еще. Кушай. Надо за собой следить, потому что можешь потом попасть в неприятную сторону. Мы, конечно, не против полных. Вы на нас не обижайтесь. Нет, мы просто подводим вас. Но то, что вы говорите, что это гены и предрасположенность, это что... Это отмазки. Отмазки, да. Можно позаниматься, да, и поменьше сальчисону. Ну, трескать на диване перед телеком. Жрать, да. Но не в этом дело. Короче, вот с полными, даже если уже человек есть полный, вы их не обижайте, ребята. Потому что я... Потому что они могут попасть они в такую ситуацию. Да. Они попадают в лапы фидера. Фидеры? Это и так... не надо смеяться, мы не перепутали первую букву. Первая буква Во власть этих женщины не попадают. Это как раз мужчины, мы в другой когда передаче. Первая буква П... Там и, а вот это другая совсем. А когда первая буква Ф? Это научно совсем. Это сейчас обсуждается по дискаверам, по другим. Это вскрыли, нет, это вскрыли такой нарыв общества. Благодаря интернету. Да. Благодаря интернету, потому что только благодаря интернету это, короче, происходит так. Какой-нибудь придурок, и он вот больной с детства, да. И он засматривающий на полную. Ну, любители дисковых комплексов. Скорее всего, да. Это ты любитель, это со опять по этому по рейду. А по Фрейду. По Фрейду на букву F. Да. И он все время, его бабушка полненькая, мама полненькая. Может, он где-то подглядел, может, баню подсекал. Нет, может, его первый сексуальный опыт был с полненькой. Непонятно. Его это вот... Переклинило и все. Короче, и он... Вот как штатив фотоаппарате. И он его где-то там... Да. И самое главное, и он что... А может, он ухаживал за кем-нибудь. Давай своими словами скажем. И он, короче... Цепляю толстеньку, ведет себе домой и начинаю раскармливать. Капана, вот это фидер этот. Капана не могла двигаться вообще. И он от этого испытывает удовольствие. Эмоциональное. Ему не надо, не насиловает никак. Туда закон, вот что плохо, что вот видишь, что фидер. А по морде даже дать трудно, потому что суд тебе подаст. И на него ничего нет. А он объявляет. Говорит, я кормлю. Да. Есть, кстати, фидеры, которые котов так раскармливают, или собак. Это фидеры с каталога. Зоофидеры. Зоофидеры, да. Таких, кстати, ничуть же они не лучше. Да. Потом ходят, что у меня кот в книге рекордов Гиннесса, да? Дать кирпичом по рылу. Или чем кубком Гиннесса тебе. Вот. И она раскармливает эту женщину, она лежит, и он наслаждается тем, все, что я... Она не убежит уже, все. Да. Может, от его бабы уходили, еще фидеры бывают. Женщина бросила раз, два, три, пять, а потом он взял себе, ее раскармливает, а она уже делать ничего не может. Ничего. И он ей там какие-то трубки делает, систему, чтобы вот это все... Выводил под воду, от воду, там все это, да. А там лежит уже масса, ребята, будь здоров. Как вот это, иди на Астру, помните, смотрели? Биомасса, да. Биомасса. Ну, килограмм по 300. Да, это он только знает, он ей метки с флажков навтыкивает, ей даже не больно. Где там у ее голова с ротом, где у нее... И один самый такой вот, про его недавно тоже печатали, вот этот фидер, и он себе гарем так сделал. Да, первый гарем сделает. У него было 6 чего себе. Он выкупил бывшую коммуналку на первом этаже и сделал себе там, да. И он этих 6 чего себе, опять-таки через интернет. Это все потому что на свидание она ходить не могла, полненькая. Там не, она ходила короткими перебежками. И он написал, он сам наживку написал. Стройный, обеспеченный, внимательный молодой человек, который умеет мыть большие объекты, так как работает на этот... На мойке. На АЗС, на мойке. И кормить большие объекты, так как работал, имея кормил доступ, слонов. Имея доступ к большим объедкам. Как большим объедкам. Держит сам его свои... На шоколадобойню. Ну, короче, заманил их.
байка, и самое главное, что очень любит снимать крупные объекты на своих видеокамерах, желая познакомиться с какой-нибудь помпухой. И они пришли к его. Откликнулись, да, и он их... угощать, там кофе, шляпа. И он, кстати, не сразу. И он сразу и сам привез, у него был этот грузоподъемник. Электрокар. Электрокара. И он их привез, он сделал вот такой красиво розами, обсыпал еще там джакузи с тыру на 8 человек. Прищели это, как сейчас. И стастерны сделал, все нефть возят. Да, стастерны сделал именно эту ванну такую у них. Вот. И вот систему подъемника, и он, у него по физике хорошо получалось. И вот он там перемешал эти объекты. Не знаем мы на эротическом плане как, этого мы касаться не будем. Но, кстати, очень плохо кончил. Говорят, что туда не добраться даже было. Очень плохо кончил. Вот. Суп в меню гороховый был. Да не, у него не был ни суп гороховый в меню. И он перепутал. Потому что самое главное, вы же знаете, что у него постоянно был спумизан. Это не реклама, это есть такое лекарство. И он его покупал ведрами. Ты объясни, что это за спумизан? На что он делает? Против метеоритов. Ага. Есть болезнь, называется метеорит. А когда выходит, как ты знал, это называется по-научному перкущий. Знаете, говорят, играю на перкущий. По-научному это перкущий. По-нашему говорить вздуч или пердуч, как писали. Через Д. Через Д можно. Можно. И он, короче, перепутал что-то там в своей технологии приготовления. Он короче, все начало. Варил гуляш такой, вот. И он перепутал, и как-то туда попало 8 килограммов гороху. Да. Вот. И он этих всех... Первой волной стекла вынесло сразу. Когда только чашу его резануло, да. А до этого он им давал, а спумизан забыл, да. Резануло где-то децибел 9. Да, и это, короче, ребята, я вам хочу так сказать, что это обвалилось в районе. Потом, так вот, нет, так с перепонками сколько людей попало, обращилось. Сколько лотоларингологу обратилось, где-то 1000 человек. Повыбивало во всем районе трубы. Окна, да. Потом эту оборвало проводку всю. А это как раз у Мороза было. А все потому, что хотел романтически... Да, с сосульками повыбивало. Нет, со свечой к ней просто зашел. А там... Дурый. Это у него как было романтично... Хотел вечером романтично. И он обходил, да. А она с женщины не выдержали, ну что такая биомасса. Я вот так волной вылез. И вот только тогда его смогли это, за симуляцию угрозы терроризма его только смогли взять. А так этого фидера. А женщин этих сейчас, ну, забрали, говорят, на поруки взял какой-то этот, как его, общество этих. Алые паруса. Алые паруса. Анонимные обжоры. Анонимные обжоры. Говорят, уже сбросили в общей массе 1700 килограммов. Осторожно, фидерами с этим.